Этот участковый пункт полиции является гордостью Раменского района. В 2016 году он занял первое место в конкурсе среди подобных пунктов Московской области. За отличные условия труда и профессионализм сотрудников удостоили почетной наградой. Чем мы смогли превзойти, наверное, это доступности. Здесь, если посмотрите, рядом и школа, здесь микрорайон обжитой. Помимо этого, участковый пункт оборудован всеми необходимыми помещениями. Здесь есть помещение и для приема инспекторов по делам несовершеннолетних, и для участковых. Также здесь, ну, сами видите, если чистота, порядок, вся соответствующая мебель, оргтехника, ну, все для людей, для удобства граждан предусмотрено. Поэтому первое место. Раменский район нуждается в подобных пунктах. Об этом говорили на координационном совете. Для их открытия необходимы определенные условия, удобное расположение в микрорайоне и работа по графику. С полицией эти вопросы на сегодняшний день уже проработаны. Все задачи до конца года будут выполнены. Для чего они необходимы, эти участковые пункты полиции? Чтобы люди могли обратиться непосредственно к сотруднику полиции спокойно, в непринужденной обстановке, не звонить по телефону, непонятно общаясь с кем, а глаза в глаза сообщить какую-то, может быть, конфиденциальную информацию, может быть, получить консультацию, либо сообщить о каких-то соседях подозрительных, которым необходимо постучаться, посмотреть, спросить документы и так далее. То есть это наиболее удобный формат общения сотрудника полиции и гражданина. Вскоре в Раменском откроют еще 2 участковых пункта полиции для приема населения участковыми полицейскими. Они будут расположены по улицам Молодежная и Десантная. Необходимо на территории Раменского района, у нас сейчас функционирует 3 участковых пункта полиции. В ближайшее время мы планируем открыть еще 2. Они приближены к тем районам, куда труднодоступность доступа наряда полиции. А именно, это у нас улица Десантная и новый микрорайон, который открывается напротив рынка Радуга на улице Молодежная. На данный момент работу по охране общественного порядка в городе ведут 2 народные дружины в составе 25 человек. Это народная дружина Раменского городского поселения и народная дружина хуторского казачьего общества. Их основными задачами являются оказание содействия органам внутренних дел по участию в предупреждении и пресечении правонарушений и распространении правовых знаний у населения. Для организации эффективной работы по организации охраны общественного порядка на территории городского поселения Раменское нами планируется увеличение дружины до 100 человек. Это нам даст дополнительную охрану общественного порядка при проведении наших крупных массовых мероприятий, о чем нас просит полиция. И в организации дополнительной безопасности на наших улицах, ну, даже должно помочь. Пожалуйста. В городе точно поможет. В городе помогает. Потому что действительно все массовые мероприятия, да и вообще, наверное, на улице присутствует дружинник, он должен обязательно быть с сотрудником полиции, я так понимаю, на улице. Патрулирование, да, но принесение службы на мероприятиях это не обязательно. В рейд дружинники выходят по графику, который составляется командиром народной дружины совместно с полицией. Они работают ежедневно, но не более 4 часов в сутки. Сергей Григорьев, Елена Цыганова, Антон Карташов для программы «Городские вести».